Депутаты Госдумы объясняют необходимость продления срока тем, что значительная часть россиян, живущих в аварийном жилье и ожидающих расселения в новые квартиры, лишится возможности воспользоваться правом на приватизацию. Таким образом, пока еще есть время подать соответствующее заявление, которое будет рассмотрено, даже если человек обратится с ним в последний день указанного срока.